Я знаю, что книжка еще не написана, да? Вы, да, почти в... процентов на 80 уже написано. Да, а уже запланирована экранизация. Ну, там экранизация, она не запланирована не по этой книге, это просто два параллельных проекта, которые делает один продюсерский центр, да. То есть фильм по мотивам, скажем так, истории Яндекса, который называется «Стартап», и книга, которая, собственно, именно нон-фикшн, именно прям реальная история Яндекса. Кто режиссер? Режиссер Роман Керимов, сценарист Дмитрий Соболев. Это самый известный его фильм «Это остров». Вот, это его сценарий. Ну а вы какой-то, наверное, я думаю, что вы сценарист. Вы, нет, вы, нет. Это, то есть это просто по мотивам еще не написанной книги? Объясните мне, я здесь запутался немножко. Просто есть Яндекс, есть история Яндекса. Так. И я пишу как бы книгу, документальную книгу об этой истории, а фильм... По мотивам этой истории создается тоже совершенно как бы отдельно. То есть к фильму вы отношения вообще не имеете никакого? Ну, я просто чисто имею отношение просто потому, что это мои друзья, я знаю, чем они занимаются. И так далее. А так непосредственно вот в самом создании фильма я не участвую. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».